В Кызылординской области готовится ко второй волне коронавируса. В регионе завершается строительство новой модульной инфекционной больницы. Что еще делают власти, чтобы решить самые острые проблемы области, расскажет Ардак Камал. В Кызылординской области при необходимости готовы развернуть 21 инфекционный стационар на 3200 коек. Завершается строительство новой модульной инфекционной больницы на 200 коек с аппаратами ИВЛ. Помимо этого есть мобильные группы, осматривающие пациентов на дому. А соблюдение санэпидтребований контролируют мониторинговые группы. Проблем с лекарствами нет, сформирован двухмесячный запас. В бюджете предусмотрено еще 488 миллионов тенге на формирование стаб-фонда лекарственных средств. Сформирован кадровый резерв из 3600 медработников. В регионе удалось создать 19 тысяч новых рабочих мест. Также в этом году собрали высокий урожай риса – более 500 тысяч тонн. В 17 странах мира экспортировано 11 видов сельхозпродукции – а вокруг крупных заводов вскоре заработают сопутствующие производства. Вокруг стекольного завода планируем создать не менее 8 производств. Подготовка 3 проектов по производству стекловолокна, зеркал, стеклянной посуды и тары уже начали. В Кызылординской области строят большие планы и на будущее. Растет поголовье крупного рогатого скота. Запустили цех по глубокой переработке товарной рыбы в Аральском районе. 28 миллиардов тенге направят на реализацию региональной программы развития рыболовного хозяйства. Ардак Камал, Рахымжан Искаков, Информбюро, Кызылординская область.